меня зовут Маргарита. Сегодня я хочу вам показать одно из самых моих любимых видео. Там я находилась в зоопарке. Это один из моих любимых зоопарков. Там я была со своей подругой. Этот зоопарк находится в Таиланде. На этом видео я кажусь маленькой, потому что это было несколько лет тому назад. Но оно очень классное. Там в зоопарке все животные ухожены. И почти всех животных можно гладить, конечно, не считая бегемота. Вы уже там посмотрите, какой там был красивенький бегемотик. Знаете, что, наверное, вы, наверное, узнаете, когда посмотрите это видео, что было самое крутое. Давайте начнем, а то мне тоже хочется его все-таки посмотреть. Еще раз. Смотрите, какие красивые верблюды, как они активно кушают. Мне очень-очень нравились они. У них такие красивые горбики, такие ушки миленькие. Они смотрят и просят прям еду, и просят, и просят. Я тогда прям разрывалась. А вот смотрите, какой большой бегемот, и какой большой рот. Смотрите, открывает рот, чтобы ему туда бросали всякую еду. Еще у него течет пена. Но это ничего, это все-таки животное. А вон у него друг. Чего-то он не ест, не хочет, наверное, есть. Это все еще бегемотики. Они такие большие. Когда я была маленькая, я хотела покататься на бегемотике. Я думала, они такие маленькие, розовенькие. Они такие большие и коричневые какие-то. Смотрите, какой варан. Когда я его хотела потрогать, то мне сказали нельзя, потому что он опасный. А смотрите, какой красивый жираф. И вот какой красивый. Мне удалось его заснять на камеру. А вот какая красивая зебра. Кстати, в этом зоопарке все животные выглядят ухоженно. Но самое интересное было здесь, это козы. Знаете почему? Потому что мне их, я их кормила прямо из бутылочки. Это было очень круто. Смотрите, какая розовенькая бутылочка, и как они все хотят попить молочко, прям как малышки. Я еще хотела козликам дать мороженое, но подумала все-таки, что им нельзя. То уж чересчур будут считать себя королями или принцессами. Пишите мне в комментариях, какое животное больше всего вам понравилось и какое животное вы хотите погладить или которое вы уже гладили. Спасибо, что были со мной. Пока, до скорой встречи!